Сегодня мое обращение к вам будет достаточно коротким, но очень важным для каждой из вас. Вы наверняка замечали неоднократно, что когда вы ссоритесь со своими близкими, вы очень сильно страдаете от того, что чужие слова вас задевают, от того, что кто-то говорит и бьет вас в самое больное, потому что наши близкие, они знают о нас намного больше. Они ближе, чем другие, находятся к нам. И именно поэтому у них есть возможность больно ударить в самое больное место. И именно поэтому я вас очень прошу, будьте внимательны к своим близким, будьте внимательны к своим словам, которые вы к ним обращаете, потому что любое ваше неосторожное слово имеет силу, похожую на копье, на нож в спину, и может причинить вашим близким очень большую боль. И эта боль может на долгое время развести вас в разные стороны с теми людьми, которые вам близок и дорог. Цените, пожалуйста, своих близких и себя. Следите за своими словами и не бейте в самое больное место ни при каких условиях. И еще одна важная вещь. Пожалуйста, если кто-то из ваших близких причиняет вам боль и начинает наступать на больную мозоль и раздавливать это, говорите ему: «Ты понимаешь, мне сейчас очень больно это слышать». Поверьте мне, эти две простые вещи помогут вам сохранить великолепные отношения с вашими близкими на долгие годы.